see I'm an emoji. A meh, to be exact. Anywho, it's my pleasure to announce our first movie. Yay. Yay. It's almost... Oh, привет, я емоджі. Как вы поняли, сегодня мы будем с друзьями смотреть новый видеофильм про эмоджи. Но для этого приедут 30 гостей и принесут каждый 30 кассет. Из этих кассет Маркус выберет фильм, который мы будем смотреть после того, как посмотрим эмоджи-фильм. Вот, ну давай, друзья, несите мне кассеты. Посмотрим, кто со мной останется вместе и посмотрит эмоджи-фильм. Первый. Куряша курица. О, молодец, ты сегодня тихая такая прилетела. Я принес Pink Arello. Pink Arello? Тихо, 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 тихо. Давай посмотрим, что ты там нам принесла вообще. Так. Что ты нам тут притащила? Карта местонахождения сокровища Рамзеса III. Копать здесь. Копать здесь. Где копать? Почему копать? Этот Pink Panther очень хороший мультик, но мы будем с друзьями фильм смотреть. Мы хотим фильм посмотреть. Потому что потом будем смотреть эмоджи мультик. Ясно? Ясно. Два мультика подряд это жестоко будет для моих друзей. Покемончик. О! Go, go, Pokemon, go, Pokemon us, go, go, Pokemon, go. А я принёс девушка для босса и мистер Бин. Ну, посмотрим, что там за девушка для босса. Теперь я чувствую мышевельник. Сверчки, цветочки. Какой мышевельник? Какие сверчки? Так, девочки, послушайте. О чем вы, тетя? Вы слышите это? Нет. Мама, не слышим и не хотим слышать. У нас и сверчки, можжевельники. Что это такое было вообще? Слушай. Фёрби. Фёрби. Так, ты куда прилетел? Я принес кассету Ballistic X против Сигер. О, там Антонио Бандерас и Люси Ли. Ну, давай посмотрим, действительно ли там этот видеофильм. Так. Такой. Куда его везут? Вау. Машины взорвались. Вау, интересно. Фёрбик оставляет. Оставляет интересный фильм. Вау, круто. Видел? Ехали-ехали. Бабах! Как фейл армии. Да. Как фейл армии. Сержант из Лондона. О, привет, сержант. Следующее видео буду я учителем. А, вы маленьким искатели? Да. Ага, ну ясно. Я принес кассету «Принцесса невесту» и «Силач Санта-Клаус». Посмотрим, что ты нам принес. Он сломан. Что?
Все, сержант, иди готовься к школе. Ты нам принес сломанные. Это плохо. Да. Это возмутительно, что у нас сломанные. А почему вы снимаете меня? Это очень плохо. Иди готовься к маленькому искателю. Ладно. Так, следующий. Кортни! О, привет, Кортни. А ты нам что принесла? Телепузики. Ну я же говорил, мы не хотим мультиков. Мы хотим фильм посмотреть. Так. Что это за ферма? Эд Акерман, фермер. Фермер Акерман. Ну не, это слишком скучно, Кортни. Нам экшен надо. Вот как Фербик принес классный фильм. Там сразу экшен. Бабах! Там сразу было. Следующий. Блейнли. О, Блейнли. Привет, Блейнли. Привет. Ты что нам принесла? Меркнущая высоты дочери Бельянки. Дочери Беглянки, да? Дергается экран. Ничего не понятно. Спасибо. А? Как дела? Гораздо лучше. Мои глаза. Спасибо, Хенли. Джозеф? Дэнни. Мои глаза не выдержат долго такой фильм смотреть. Так что, извини, Блейнли, но ты не с нами. Марио! О, Марио! Привет! Что ты нам принес посмотреть? Национальная безопасность. Национальная безопасность. Ага, кто у нас тут? Стив Зан и Мартин Лоуренс. Ага. Посмотрим. А, точно они оба. Я прикрою тебя. Давай. Вау, сколько фанты. Сколько кока-колы. Вау. Тут в магазине. Вау, на складе. Дайте кока-колу попить. О, экшен какой-то. Ладно, оставь нам этот фильм. Тут экшен происходит. Это всегда не скучно. Во. У нас уже два экшена есть. Следующий. Уиджи и его детеныш. Папа, папа, Луиджи меня вытащил из дома. Ничего, сынок, надеюсь, вы хорошую кассету принесли. Сможете стать вместе со мной. Я принес кассету Hawaii, the very best of Hawaii. Только не это! Там же болтовня! Сынок! Как же я без тебя, сынок! Sort of beats people up. She sometimes gets a bit cross. And if the photographers come in and they're from the wrong organisation and you haven't sold the pictures to them? Well, we both punch them, yes. You both. Two black eyes next week. Yes, there's nothing wrong with physical violence. Who's going to have two black eyes next week? You are. You're not going to jump, are you? Мака, как я без тебя, сынок? Ха-ха-ха-ха-ха! Да, несите обратно этот фильм. Ладно, сынок, пошли.
Загнись, баба, следующий медведь. Ну, не надо, не надо, не рычи, ты же не, вообще-то очень добрый, у тебя девочки я нравятся. Я принес кассету «Дачные истории». Да? Ага. Это с Машей вместе смотрите? Да. Один бурьян остался, это разве укроп? Это нет, не укроп. И записочка. И записочка. На клумбе. Пожалуйста. Григорий Волкованка, ты чего? И того, отец, что отдаленно повеяло на меня смутным моим счастливым. Не, это слишком скучно. Комедия, но скучная. Нет, нет, медведь, неси обратно в лес, зверям показывай. Это такой скучный фильм. Мои друзья должны смотреть экшен. Пока, медведь. Маша, привет, передай. Тролль. О, ну сейчас мы посмотрим, что смотрят в Тролляндии. Шанцелаки. В Тролляндии смотрят шанцелаки. Ваша соседка по комнате познакомит вас с распорядком дня школы. Mm. Школа. Вот ваша комната. Похоже, ваш багаж уже доставили. Ага. Ну ладно, Тролль, оставь нам этот фильм. Ребят, я остаюсь с вами. Я крутой Тролль. Я могу стоять вместе с нами. Молодец, ты хороший фильм нам притащил. Такой фильм не стыдно показать своим друзьям. Это Пиг. Пеппа Пиг. Опять ты поешь? Я принес кассету «Три мушкетера». Да? Ну посмотрим, что это за кассета. Зарубежные три мушкетера. А мне очень нравился российский фильм про трех мушкетеров и Д'Артаньяна. Нет, 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 это не то. Это не то, Пеппа, пока. И вали отсюда, пока сыну отбивную не сделал из тебя. Пока. Так. Курица, тихо. Следующий. Макропик. О, котлеточки пришли, карбонадик. Я принес кассету «How to irritate people». Ага. Ну, посмотрим. Как вывести из тебя людей? Угу. Ну, посмотрим. Не дать им посмотреть телевизор, да? This is typical here. Which winter? Turn it down, Malcolm. I can't hear. Do as your mother says, Malcolm. You don't want to watch it now, do you? Ну нет, нет, не получится этот фильм посмотреть. Он какой-то слишком скучный. Пока, Пеппа. Не зови меня Пеппа. Я Майкроф Пиг, а не Пеппа. Ой, извини, я вас перепутал. Вы же обе свиньи. Так, следующий кто у нас там? Следующий. Стив.
О, ну, Стив, привет. Почему вы выгнали поросеночка? Потому что он скучный фильм нам принес. Я принес Wonderland. Wonderland? Ну, посмотрим. Wonderland. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно. Давай, сиди, как практично. Что это? А, Don't Let You Kid Watch It. Что ты нам притащил? Секс. Какой секс? Это детям нельзя смотреть. Мои друзья, бедные друзья. О, все, иди обратно в свой Майнкрафт. Базз Лайтьер. О, Базз. Ну, что нам Вуди притащил? Билли Коннелли, Лайф Дубы. Ага. Это что за мужик такой? Сейчас посмотрим, что это за мужик такой. See, a man. A man will go into a shop. If he's going for shoes. Excuse me. Excuse me, please. Where's the shoe department? Second floor, right. Вроде комик, но мне совсем не смешно. Почему так? Странно, да? Mm-hmm. Комик не смешно. Нет, Базз, не получится у тебя сегодня со мной остаться и посмотреть новый эмоджи-фильм. Винни-Пух. О, привет, Винни. Где пятачка потерял? Пятачок в работе сегодня. А, работает сегодня. И кем он работает? Пожарником. О, ну круто. Я принес Властелин желаний и Суги сумерек. Ну давай. Пожарник пятачок, это что-то новое. Так, посмотрим. Хорошо играет, да. Ой. Как дела, Рика? Что за комментатор тут? Я с ним не говорила. Какой-то дьявольский голос этого комментатора. А да? Шесть, наверное, недель, совсем недель. Ну ладно, играет? Оставь. Посмотрим, может быть, ну, потом он исправится. Ой, так. Винни остается с нами. Вот у меня уже 4 друга осталось. Круто. Капитан Америка. О, привет. А ты откуда прилетел? Я спасаю мир. Да? Я принес кассету «Джеймс Бонд. Золотой глаз». Это твой любимый фильм? Да. Ну давай посмотрим. Мы с Халком и Спайдерменом уже смотрели. А, значит, это про супергероя какого-нибудь, да? Да. Ну, давай, посмотрим. О, кто это? Это же действительно Джеймс Бонд. Сколько их там? Ладно, оставляй, оставляй. Про Джеймса Бонда это должно быть интересно. Ну, вой, капитан Америка к нам сегодня присоединился. И Винни-Пух, и тролль, и Марио, и Ферби. Следующий. Хиена из Лайон Кинг. Ну, и что нам король лев прислал?
Сотовый. Сотовый. Ну давай посмотрим. Классы. Все может быть. А что? Это так странно, когда тебя учит твоя же мама. Вовсе нет. Что ж тут странно? Нет. Тебя же тоже Маркус мама по-моему, учит, это да? Здорово. Ладно, оставляю этот фильм. Это что-то интересное было. Можешь остаться с нами. Стикбот, вау, привет, Стикбот. Привет. А ты что нам принес? Эйс Вентура 1 и Эйс Вентура 2 с Джим Керри. С Джимом Керри, ну давай, посмотрим, действительно ли там Джим Керри. Кто это? Роджер Подиактор, Эйс Вентура, познакомьтесь. Это следователь по розыску домашних животных. Рад познакомиться с вами. Вас нам рекомендовала Марта Маранс. Марта Маранс? А, это сука. Что? У нее была баллонка, сушка. Я ее нашел полуживой в лесопарковой зоне. Там находится аквариум для дельфина. Извините. Нет. Очень плохое качество этого фильма. И ругается. И ругается он, фу. Да. Джим Керри и ругается, фу, как некрасиво. Я не могу показать этот фильм моим друзьям. Извини. Следующий. Барашек Шон. А ты что там притащил? The Royal Century. О, это фильм про королеву. Это действительно фильм про королеву. His most famous lover was Sarah Bernhardt, the great actress, whose charms were quite Шон, фильм, конечно, хороший, ты можешь остаться с нами, но мы его смотреть не будем сегодня. Извини, Шон, но ты можешь остаться. Во. Точно, Шон, Винни, Тролль, Марио, Ферби, Хиена. Скар! И Капитан Америка. Скар! О, ну что, еще нам Король Лев притащил? Без царя в голове. Что это такое за фильм? Что это Пара за фильм? Пара Мел Брукс и Езио Греджио. Мел Брукс и Езио Греджио. Ага. Теперь все равно, мои пилюли, как я полечу дальше. Мы и пили. Ты так дергаешься. Расслабься. Расслабься. Вау, куда они летят? В Африку. В Африку? В твою Африку летят. Ладно, оставь. Выглядит интересным фильм. Так, оба. Можешь остаться. Ну вот. Шрам. Шрам ты наш. Тетушка Сова. О, привет, тетушка. Что вы такого умного нам сегодня принесли? Моросейка 12 сын. И что это? Умный фильм? Это боевик. Боевик, да? О. Давай посмотрим. Thank you.
Почему-то он такой мутный, мне не понравилось. Это через два часа этот ублюдок был у меня уже в подарок. Ой-о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 й-
матушка, лети в свой лес, в своё дупло и рассказывай всем басни. Так, кто у нас следующий? Следующий Салива. О, привет! Ну, как жизнь? Ладно. Как в университете монстров дела? Нормально. Сдал экзамены? Да. Ну, я принёс кассету Диана Сатуйку Сидаля. Что это такое? По-латышски кассета. Но мы не понимаем по-латышски. Салли, где ты выучил латышский язык? В латышском школе. Энтони Хопкинс? Эмма Томпсон? Блин, какой классный фильм! Он Кристофер Рив, Говниас Ломас, фильма «Диэнос Атликус Идали». Да. Ладно, Салли, ты принес хороший фильм, но мы его не понимаем по-латышски. Но ты все равно можешь остаться с нами. О! Потому что фильм хороший ты принёс. Так. Следующий. Арт. Арт. О, ты тоже из школы монстров? Да. Ну и как там? А ты сдал все задания? Да. Я принёс кассету The Rescuers. И что, ты нам мультики принёс? Да, диснеевский мультик принёс. Ну, мы же говорили, мы мультики не смотрим сегодня. Ладно, оставь ты нам этот мультик. Ну, я говорю, что навряд ли мы его посмотрим, потому что сегодня мы хотим посмотреть фильм. Какой-нибудь интересный фильм. Rescuers. Военный. Военный? О, привет, солдат! Привет! Ты нам про вояжку принёс что-то? Я принёс Black Hole и музыкальные клипы из Viva. Да? Ну давай, посмотрим. Эту песенку, когда кончится эмоджи и фильм, я всем поставлю, чтобы все послушали. Вот. Можешь остаться с нами. Снупи. Ну а ты что принёс? Enemy of the State. Да? Это один из моих любимых фильмов. С Уилл Смит и Джин Хэкмен. Да? Супер. Тебя зовут Джин. Да. Меня зовут Джин. Из эмоджи. Now we got the Carlos Gomes down there tooting up my people. Well, first off, that's a Hobbs Act violation, probably a RICO. Hey, so you know what I mean? Sure, I'm right. Robert Dean. So you know what I mean? Nice to meet you. A Hobbs and a RICO. Oh, baby, don't stop. Да, оставляй, Нами, оставляй, Снупи.
Вау, это действительно был Вилл Смит. О, круто. Рика и Ковальский. О, привет, пингвины. Привет. Как там в Антарктиде, не холодно? Я принес кассету Стюарт Литтл. Же сказали, мультик не хотим. Или это не мультик? Это комедия. Комедия? Ну, посмотрим. Искать мыльные пузыри. Молодым мальчика нужно. Вообще-то мы думали, да, мальчик. В таком случае... Ой, что это за качество такое? Ничего не понимаю, что они там говорят вообще-то. Нет, пингвинчики, пока. Я не могу поставить своим друзьям видео в таком плохом качестве. Да. Извините. Отправляйтесь на свои льдины обратно. Следующий. Гуфи. О, Гуфи! Привет! Что нам Микки Маус прислал? Шпана и незабудная сила. Ну давай, шпана. Что за шпана? Ну что, ты меня даже не пригласишь? Не пригласишь мне Кока-Колы? Ну нет, нет, что-то не нравится мне в этом фильме. Что-то слишком нудный. Нет. Нет. Отнеси обратно к Диснею, пусть там смотрят диснеевские характеры этот фильм. Фу, мои друзья будут смотреть что-нибудь получше. Следующий.